Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Друзья, вот и наступил долгожданный день командного турнира. Сегодня, 5 февраля, в 15 часов ровно по московскому времени пройдет прыжковый фестиваль, а в 16 часов 30 минут жеребьевка команд, ничего не пропустите. Фигуристки группы Этери Тутберидзе заготовят сюрпризы для командного турнира, сообщил тренер Даниил Глейхенгаус. Командный кубок Первого канала пройдет 5-7 февраля в Москве. В первый день турнира фигуристы будут соревноваться в прыжках. Группа Тутберидзе будет представлена Камилой Валиевой, Анной Щербаковой. Завтра они будут прыгать то, что умеют, а в самих соревнованиях в короткой и произвольной программах должны быть сюрпризы, сказал Глейхенгаус журналистам, добавив, что сами сюрпризы он не раскрывает. Цели всем ясны, мы доводим программы до той сложности, чтобы победить. Каскад из 5 прыжков, который планируется участницами прыжкового турнира, для нас не стал удивлением, мы делаем постоянно такие вещи на тренировках. Как вы помните, Алина Загитова на Олимпиаде на тренировке прыгала часто такие каскады, добавил он. Фигуристка Майя Хромых накатывает произвольную программу с 2 четверными прыжками, сообщил тренер Даниил Глейхенгаус. Хромых выступит на командном кубке Первого канала, который пройдет 5-7 февраля в Москве. 14-летняя спортсменка заменила на соревнованиях чемпионку Европы 2020 года Алену Косторную. «У нас не было никаких предпосылок к тому, что кто-то снимется», — сказал Глейхенгаус журналистам. «Времени было достаточно, мы планировали выступать на турнире на призы Елены Чайковской, мы накатывали 2 четверных. Над нами кто-то подшучивал, что Майя не могла прыгнуть четверной сальхов, поэтому мы поставили ей тулуп, да еще с руками наверх. На тренировках она и правда 2 четверных показывает, и мы все очень ждем, когда она это сделает на старте. Сейчас она катает программу с тулупом и сальховым.